Всем привет, это канал Joywire, и с вами Джо. У нас на повестке дня секретный объект Адвента, нужно исследовать и разгромить. Давайте сегодня этим и займемся. Setting course for Sector 10, Eastern United States. Задание должно быть непростым, поэтому считаю, что в бой необходимо взять самых опытных бойцов. Пойдут Мокс, Алаян, Кристина, Драгунова и Джонни. Мокс зацепит аптечку, Джо светошумовую. Погнали! Skyranger deploy. Squad green to deploy. Our contacts in the local resistance have shown us how to access the Advent Black Site. The aliens worked hard to keep this place under the radar, and we don't know what we're gonna find in there. Keep your heads up. Expect heavy opposition. We've confirmed the Black Site is in your immediate vicinity. Infiltrate and investigate the area. Expect heavy resistance. Neutralize all hostile contacts. We're in concealment. Драгунова сразу же отправляется на разведку, в результате которой сразу же замечает патруль противника. This is an extremely well-equipped mechanized combat unit. We'll need to look for vulnerabilities if we're going to take that thing out. Остальные бойцы передвигаются на позицию Драгуновой. Let's do this. That seems reasonable. Патруль продвигается к транспортному средству. Это большая ошибка с их стороны, ведь у Елены есть способность радиодетонатор, с помощью которой она может взрывать различные объекты. This will be big. Отряд продолжает движение вперед. Time to motor. I'll lead the way. Ход пришельцев не раскрывает новых противников, поэтому отряд продолжает двигаться к секретному объекту. Watch my back. Драгунова делает очередной уверенный рывок и снова замечает патруль противника. В этот раз нам предстоит бой, потому что разделаться радиодетонатором с ними не получится. Бойцы укрепляют позицию для проведения будущей стычки с противником. Сейчас или никогда бойцы начинают наступление. Первым врывается Мурас со своей атакой по сектоиду. К сожалению, противник остается жив. Кристина его добивает. Check it before you get too close. As you order. Мокс промахивается по чистильщику. I am with you. Джон передает свой ход Моксу, и тот блестящим критом прерывает жизнь противника. Драгунова, меняя укрытие, замечает на крыше здания укрепленную боевую турель. Нужно быть осторожным. Оставшиеся бойцы встают в наблюдение, и тут начинается самое интересное. На этом пиршестве бога Марса появляется еще и избранная. Consider yourselves lucky. At the very least, you will die with honor. Благо, против нее у нас уже выработана тактика. Sounds like that chosen is headed right for us.
Keep your guard up and your eyes peeled. Джон из наблюдения ранит Мека. А Мокс, выполнив рывок цели, добивает противника. Еще один патруль уничтожен, теперь необходимо собраться вместе и ожидать появления избранной. Во время наблюдения Крис замечает еще один патруль противника и высаживает по Меку. Мурас подхватывает идею Кристины, и Мех уничтожен. Кристина и Алаян продвигаются внутрь секретного объекта, убивая в рукопашном бою пару солдатов Адвента. Не стоит забывать, что рядом с бойцами в Инвизе прогуливается избранная. Необходимо быть начеку. Удача за нами, избранная наносит удар по Муразу, который без проблем парирует атаку противника. We've got the Chosen right where we want them. It's time to strike. My forces grow in number. Избранная, облажавшись, призывает подкрепление в виде солдата Адвента, которого сиюминутно раскладывает Джонни. One down, thousands to go. Попробуем прибегнуть к нашей стратегии. Драгунова забрасывает избранный Клеймор. А Кристина забрасывает до кучи гранату. Отличное командное убийство. It would have been unthinkable that I might ever fall in battle. Now, it appears you have bested me once again. Excellent work, Commander. We may not have put them down for good, but at the very least, we've held off the Chosen for another day. Пока наступил момент тишины, попробуем захватить объект, о котором говорил Тайган. You heard the doctor. Secure that canister. I'm at your service. Roger that. Moving there. Getting it done. Проходит ход противника, и замеченный турелью Джо попадает под плотный огонь. К счастью, турель промахивается. Дважды. Джо, добравшись до объекта, замечает еще один патруль противника. Необходимо разобраться с ними перед тем, как красть склянку с секретным образцом. Мурас четким броском гранаты уничтожает укрытие противника. Кристина мастерски уничтожает одного из копейщиков. Елена разбирается со вторым. И из противников остается один сектоид.
К сожалению, он находится в не особо выгодной для нас позиции, поэтому приходится встать в наблюдение. Резкость помогает противнику увернуться от огня наших бойцов и воскресить одного из своих товарищей. И в атаку вновь рвется Кристина со своим верным тесаком. Патруль уничтожен, и можно приступить к захвату объекта. Whatever it is, it's safe to handle. We've confirmed acquisition of the sample. Move to rendezvous at the extraction point. Объект захвачен, и остается теперь только пробиться к точке эвакуации. It is clear. Moving. Moving as ordered. Overwatch! Advent forces sighted. They're moving to flank me. Negative damage. Кристина первой начинает атаку, уронив жреца Адвента. Джон с достаточно низким шансом добивает раненого Кристиной жреца. Драгунова убивает чистильщик Адвента, который, взорвавшись, сильно ранит Мураза. Признаюсь честно, я не знал, как работает механика парирования, и был уверен, что урон от взрыва будет погашен. Успешно скучковавшись, урон также получает Джонни и Мокс. Ну, отличная работа, ребята. Закончив этот бой, бойцы передвигаются на точку эвакуации. Мураз попадает в зону видимости боевой турели Адвента. Турель наносит критический урон по Алаяну, который находится практически на том свете с одной единицей здоровья. Мы и так сильно обосрались в этом задании, незачем проверять свою удачу дальше, необходимо эвакуироваться. И все бойцы покидают локацию. Mission accomplished, Commander. We just hit Advent where it hurts. This was a place no living human being was ever intended to see. Happy as I am to see it gone, something tells me the aliens won't take this lying down. Очередное такое себе задание с тремя ранениями, которые можно было избежать. Advent officials announced an increase to this month's recruitment quotas. Citizens are encouraged to voluntarily visit their nearest recruitment center. Remember, only together can we build a better tomorrow. The Elders Chosen are incredibly resilient. Despite our victory over them today, we still have much to learn. If we wish to destroy them permanently. Алаян и Джонни отъезжают на 19 и 12 дней соответственно. Мокс покидает наш отряд на ближайшие 6 дней.
Откроем Моксу перки полный газ и массированный огонь. Кристина получает стрельбу на бегу. Другунова получает жало. Now that we've recovered the apparent product of the Black Site facility, I imagine it will take considerable time and resources to uncover the true purpose of this substance. I will begin preparations for a complete analysis immediately, Commander. Having now seen the inner workings of the Black Site facility, the outcome is perhaps even more troubling than I had expected. It is clear the aliens have undertaken a gruesome task. I will leave this matter for you to investigate, Commander. Спасибо совету за дополнительные ресурсы. The aliens are relaying a form of encryption beyond anything we've ever encountered, much less theorized. We'll have to find a means of breaking the code, but I expect it will take some time. You continue to prove resourceful, Commander. Although you have dealt a blow to the aliens' work by destroying the Black Site, there is still much to be done. Что ж, самое время собрать еще немного ресурсов и постараться в тишине дождаться восстановления наших солдат. I will learn from this defeat and return stronger and more resilient to your tactics. Но как только наше судно добирается до места назначения, поступает сообщение о новых целях. Commander, with the number of contacts we've established, we're getting requests for support from multiple sites around the world. Unfortunately, we only have the resources to respond to one of them. The decision is yours. Перед нами три задания на выбор. Западная Европа принесет нам 170 материалов. Восточное побережье США принесет 87 разведданных, а Нью-Мексико принесет нам нового гренадера. Я больше всего склоняюсь к операции на восточном побережье за разведданными, но если у вас есть предложение получше, можете объяснить свое решение в комментариях к этому видео. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк. Если хотите видеть больше подобных видео в своей ленте, то подписывайтесь на канал. С вами был Джонни с канала JoyWire. Пока!